Я очень рад, что я сегодня здесь, и я благодарен, что меня пригласили. Я рад говорить перед такой аудиторией, и я согласен с тем, что о том, что только что сказали, о важности нашей области исследований и важности для всего населения, темы, которые мы обсуждаем. Я буду говорить о ОТЗ и именно о иммунотерапии, таргетной терапии, но также я поговорю о нескольких более общих вещах. Я работаю как независимый консультант, и я профессор в университете. Я работал в течение нескольких лет в органах управления, в администрации. Я был включен также в международное сотрудничество, включая руководство ЮНЕТа, европейской сети по ОТЗ. Я скорее человек общей практики, а не какой-то специальной области, и совмещаю множество разных функций с этой точки зрения. Много внимания уделяется стоимости и ценам в области фармакологии, и это важная часть фармакологии и медицины в целом, но я думаю, что, возможно, это слишком узкая область, и поскольку фармацевтика влияет на здравоохранение, играет огромную роль в жизни граждан. Я бы хотела привести пример из области меланомы. Датская медицина, совет, международный, национальный совет, который решает вопросы по применению медицинских препаратов. Они смотрят на определенные препараты, на группы препаратов и разрабатывают регулятивные документы. Интересно, что другие органы в течение последних нескольких месяцев говорили в разных обстоятельствах, были согласны с внедрением этих препаратов. Также проводится много исследований в области ОТЗ, и важно то, каким образом эти методологии отличаются. Я буду говорить о том, как методологии отличаются или сходятся в разных областях, и также говорить о более формальной стороне вопроса в работе органов. И в конце я поговорю о решениях, которые принимаются в области ОТЗ. Первую очередь определение принятое определение ОТЗ. Экономисты в области здравоохранения говорят, что они занимаются ОТЗ, и я занимался ОТЗ долгое время. Я думаю, что ОТЗ больше, чем экономика, но она включает в себя экономику здравоохранения. Это важная часть ОТЗ. Это рассмотр данных. И ОТЗ — это не академическая наука, это сама по себе, она связана с принятием решений, разработкой регулятивных документов, которые оценивают разные виды технологий, такие как разработка лекарств, но также и радиолучевую терапию, химиотерапию, разные другие области. И
для этой области важно определять стандарты и смотреть, определять стандарты для новых технологий в связи с теми, которыми существуют. Важно для ОТЗ следовать линии исследований, которые проводятся в систематической, аналитической форме. И это то, чем должно заниматься ОТЗ, но, однако, не всегда получается достигнуть целей. Один из примеров — это совет по здравоохранению в Дании. В декабре, около 6 месяцев назад, оценка адъювантной терапии при резекции меланомы было утверждено, что она не рекомендована. Отчет по исследованию включал исследования до 2017 года, многофакторное исследование, и предполагался промежуточный анализ, и после первого и второго промежуточного анализа в Соединенные Штаты была, и в Европу был отправлен документ о подтверждающий необходимость объединения этих двух технологий. Из-за результатов межпромежуточного анализа но если совет сказал, что поскольку это были промежуточные результаты, терапию нельзя рекомендовать, но однако, если есть противопоказания для иммунотерапии, то возможно применение и этой технологии. То есть качество данных влияет на принятие решений, но качество данных на данный момент кажется недостаточным. Также негативный эффект кажется, может быть, серьезным, и промежуточные результаты, как утверждается, как подчеркивается, связаны с неизвестностью, неточностью. Есть и клинический анализ, а также параллельный экономический анализ, и этот экономический анализ основан на влиянии на бюджет. То есть компания просит предоставить бюджет, предполагаемый бюджет для пациента и для всей системы. Это не связано с обществом, с законами, но предполагается следование очень строгим правилам, и бюджет рассчитывается так, чтобы эффект был распределен между клиническими результатами и бюджетом. Обращаем внимание на Уэльс и Великобританию. Мы видим, что они рекомендовали адъювантную терапию, но только в том случае, если компании предоставляют препараты со скидкой. И это важное замечание, важные изменения в политике. Мы видим, что в Великобритании и Уэльс совмещается эффективный клинический эффект, а также и экономическая польза. Цена препарата сильно влияет на тот порог, на порог для решения, принятия решения в положительном или негативном ключе.
И прошли, прошло совещание, переговоры, которые были, были не, которые были не были разглашены, и в результате удалось прийти к решению. Видимо, они договорились по поводу цены. В данный момент нет, адъювантная терапия не предоставляется. Не предоставляется какого-то вмешательства конкретного, только общее. И существует риск рецидива, несмотря на то, что проводится радикальная хирургическая операция. То есть то, о чем мы говорим, это вмешательство нового характера, и важно, что поскольку это новая терапия, она, этот факт может влиять на создание конечных документов. Конечно, она увеличивает время, период до рецидива, согласно данным экспертов. И в целом существует увеличение продолжительности жизни. А далее они рассмотрели эффективность с точки зрения экономики и определили, что стоимость достаточно эффективная для и достойна того, чтобы государство могло оплатить препарат. И это впечатляет то, как переговоры включали и клиническую сторону, и экономическую, то, что происходило в США. Давайте теперь обратим внимание на Германию. В Германии оценка проводится организацией GBA. Это большая комиссия, которая в результате предоставляет рекомендации, и их задача — проводить оценку. ИКВИК — это серьезная, строгая организация, и в начале года они сказали, что есть показания, и они сказали, что есть серьезная польза в терапии. То есть существует позитивный эффект в точке зрения продолжительности жизни и отсрочки рецидива. И таким образом стоит рассмотреть данную терапию. Но данных по качеству жизни, к сожалению, нету, и ИКВИК просит предоставить информацию именно о качестве жизни. Они просят, чтобы пациенты сообщали об их состоянии, но таких данных не было представлено, и поэтому цена терапии снизилась с точки зрения эффективности. В марте было принято решение теми, кто оплачивает, так сказать, всю эту область, и они признали, что есть значительная польза от такого рода терапии. Таким образом, мы видим многофакторность анализа. Швеция. В марте этого года TLV — это национальный орган, который работает с работой здравоохранения в целом. Они рассматривали данные, которые были ограничены, и поэтому было сложно провести оценку.
И было сложно использовать данные, выходящие за рамки этого периода. И они назвали цифру 1,28. Это довольно высокий показатель, который показывает пользу от препарата и для улучшения жизни пациентов. Шведы, они смотрят на клинический эффект, а также учитывают экономический эффект, анализируют бюджет. В Германии они проводят раннюю оценку, и она поверхностно, только поверхностно оценивает экономические факторы. В Великобритании все циркулирует вокруг экономического моделирования. В Дании акцент делается на эффект, который касается качества исследований, и бюджетный эффект, а не на экономические аспекты экономичности. И давайте посмотрим очень кратко на следующее. Данные взяты из конференции, которая прошла полгода назад. Что там наблюдалось? Регуляторные власти выносят утверждение одобрения препаратов значительно раньше и меньше зрелых данных. И, естественно, есть такая потребность в том, чтобы препарат появлялся на рынке с учетом эффективности, безопасности как можно раньше. Но они при этом смотрят на реальные сферы применения и эффективность в реальной жизни. И здесь возникает проблема. Очень трудно делать ранние подсчеты и ранние оценки, поэтому проблема нарастает в силу необходимости одобрения для поступления препарата на рынок. Власти, скажем, во многих странах делают такие краткосрочные оценки, и в результате возникает некий прессинг, и существует ряд методологических проблем в этой сфере, поскольку это новые механизмы интервенционных вмешательств, которые касаются новых терапий, таргетных терапий. И я уже говорил о давлении со стороны общества, и коллеги, специалисты всегда находятся под прессингом стоимостных, затратных аспектов. Что мы здесь видим? Некие неопределенности увеличиваются. И это то, что коллеги действительно не любят. Они не удовлетворены, что основные решения по приобретению, по затратам связанные с очень высоким уровнем неопределенности. Есть ли решение этим проблемам? Безусловно, разрабатывается решение. Например, создание системы переговоров и схем, которые касаются ценообразования. Это касается производителей и специалистов, которые участвуют в переговорах друг с другом. И необходимо также осуществлять контроль для того, чтобы понять, насколько результаты будут соответствовать ожидаемым результатам, которые были показаны в исследованиях по эффективности. И, безусловно, здесь требуются ресурсы от клиницистов для того, чтобы осуществлять такой сбор данных. Но, безусловно, этот способ, с помощью которого идет продвижение процесса, и необходимы проспективные данные, и
новые интервенции в рамках текущих задач по лечению. А сейчас я обращусь к удачным практикам в сфере ОТЗ. Недавно в журнале «Здоровье» был опубликован отчет рабочей группы, которая пыталась проанализировать то, где можно вот, найти лучшие практики на международном уровне и какие сферы требуют вовлечения и дальнейшей работы. И здесь участвовали люди из различных стран. Это были экономисты в сфере здравоохранения Майкл Дроман. Кстати, он был здесь. Многие другие специалисты, которые работают в различных смежных областях. И первое, что было рассмотрено и прояснено, это взаимоотношения между тем, что мы называем процессом ОТЗ и процессом принятия решений. Люди, отвечающие за принятие решений, они испытывают такое давление для принятия решения. Им нужно иметь анализ, который уже будет для того, чтобы принять решение. Хотя я знаю, что в некоторых странах люди говорят, да, министры говорят, да нет никакой проблемы, я всегда могу принять решение. И поэтому нет необходимости создавать политику вокруг принятия решений. Но вот это в большинстве случаев все-таки необходимо определить четкие пути рассмотрения различных опций. Это анализ политики, и на нем зиждутся рекомендации и решения. Здесь мы видим различные процессы. И здесь описываются общие процессы, и затем идет контекстуализация или оценка Великобритании. Но оценка Великобритании, она имеет ту же самую интерпретацию во многих языках, включая Данию и Россию. Поэтому мы используем вот такие оригинальные слова, слово appraisal английское. Это, в принципе, оценка. И поэтому тут, наверное, универсально все уже работает. Так вот, что касается ОТЗ, и что очень полезно для ОТЗ, необходимо договориться, как будет работать система и как будет стижиться работа с теми, кто запрашивает, какова структура управления, каковы организационные аспекты на уровне ОТЗ. Это понятно, поскольку в Великобритании, например, система работает довольно четко, в Германии работает четко в силу многолетнего опыта, и поскольку, например, немцы действительно любят, чтобы все было четко и понятно, и имело очень хорошее описание. В Дании, опять-таки, система достаточно четкая, как распределяются роли, какие ожидаются результаты. В Германии мы видим, что IQWiG сделала первую оценку по запросу GPA, и затем был сделан запрос по новой оценке, переоценке, и поскольку было сказано, что нет данных об эффекте. А затем было сказано о том, что эффект не подлежит подсчету. В этом случае запрос идет иногда для того, чтобы пересмотреть, переанализировать. И эта система отражает то, что существует определенное ожидание со стороны определенных слоев и структур, и нужно соответствовать этим ожиданиям. И вот сейчас мы будем говорить о так называемом рамочном подходе. Существуют ключевые вопросы, на которые необходимо давать ответы, и как должна строиться работа, потому чтобы соответствовать ожиданиям. Это очень важная ступень масштабирования. И иногда между тем, кто запрашивает, делает запрос, и тем, кто осуществляет это, расстояние небольшое, но необходима такая связь. В Германии, например, GPA при этом очень часто может не соглашаться с тем, что делает IQWiG, но при этом иногда бывают такие случаи, когда
прежде чем первая оценка будет послана и затем будет запрос переделать, нужно, наверное, проделать предварительную работу. Так вот, очень важны данные, доказательства. Клиническая оценка, анализ стоимости, анализ влияния на бюджет. Все это очень важно. Ведь также влияние на всю систему здравоохранения. Последствия для системы здравоохранения предусматривают более комплексные интервенции, о которых мы говорили. Все это находится вне клинических, вне сферы клинических эффектов. И это также касается того, как мы можем инкорпорировать новые технологии в наши, в систему наших больниц, какие требования будут с точки зрения опыта, диагностики, инвитро, визуализации, каково бремя дополнительной диагностики, которая необходима в предоставлении помощи. Также очень важно... Это очень вот, составляющая, которая касается клинического менеджмента приведения пациентов. Очень часто это игнорируется в отчетах. Они скорее фокусируются на клинической оценке и экономической оценке и забывают о многих аспектах, которые являются очень важными, когда речь идет о реализации. И... Да, я боюсь, что тут со временем, наверное, у меня уже не очень хорошо. Так, контекстуализация – это тоже очень интересное слово. Это тогда, когда делается оценка, которая базируется на структуре, на данных, на доказательствах. И все это уже превращается в намерение, когда идет дискуссия, обсуждение различных опций, результатов оценки, как можно применить данные, как следует их превратить в систему рекомендаций. И очень часто, как я уже говорил, это работа, которая предусматривает различные методы, это совместная работа, это попытки управлять процессом, делать его более прозрачным и четким, что происходит в рамках этих комитетов. Я пытаюсь, конечно, остановить время. Можно заключить, что существуют хорошие практики, которые определяют процессы ОТЗ, но они не сильно эволюционировали. Предстоит еще очень большая работа в отношении международных стандартов в сфере определения процессов. Оценка – это та сфера, где существует много международно признанных хороших стандартов, надлежащих стандартов. Это касается доказательств данных, эпидемиологических данных, это касается экономики здоровья. Здесь можно сказать, что нет необходимости начинать с нуля, разрабатывая гайдлайны, и мы видим очень часто много пересекающихся сфер, которые касаются надлежащих практик. С точки зрения контекстуализации, не такой серьезный консенсус достигнут на международном уровне, но... Тем не менее, проведена большая работа по созданию прозрачности, независимости подходов. Тут тоже много сделано. Существует много надлежащих практик в сфере оценки и в сфере определения. Но когда доходит до организационных аспектов управления, мониторинга, вот здесь не так много. Это сфера, где международные организации, такие как ВОЗ, проделывают очень важную работу. Сейчас очень кратко. Я обращусь к исследованию, которое было сделано для Европейской комиссии, которое касается методологии в Европейском Союзе, в Норвегии. Общее впечатление таково, что институты, которые занимаются препаратами, и там 38, в основном они
пересекаются с точки зрения методологии, которая описана в модели ОТЗ, которая касается оценки относительной эффективности, которая разрабатывается ЮНЕТ. Вот посмотрите сферы этих пересечений с точки зрения препаратов, сравнения, компараторных аспектов. Здесь есть попытка использовать технологии сравнения и сравнивать существующие хорошо задокументированные компараторы. И существует не так много данных, которые свидетельствуют о том, что да, есть естественные базы данных, которые соответствуют требованиям. Но существуют проблемы в этой сфере, и мы сейчас сосредоточены на них. Иногда трудно найти достаточную документацию для компараторов. И это также это касается сферы лечения, когда возникают новые препараты и нет достаточной хорошей базы для их использования. Что касается дизайна, на чем это должно зиждеться, все занимаются рандомизированными контрольными исследованиями, а не рандомизированные исследования и другие обсервационные исследования, как контрольные исследования, также участвуют, но использование экспертных оценок также важно, но нет институтов, которые бы выстраивали экспертные точки зрения, которые были бы сопоставимы с другими видами данных, что очень часто необходимо база для интерпретации доказательств. Еще очень большое количество институтов, а сейчас мы говорим о 48, это учреждения, которые не занимаются препаратами, а медицинскими приборами, то есть цифры еще выше. Это вот что касается конечных композитных конечных точек, вы это знаете из кардиологии, все это общепринято. Также конечные точки, которые касаются самооценок пациентов, это приветствуется, это рассматривается на 3/4. И косвенное сравнение, опять-таки, 40 из 48 имеют желание делать косвенные сравнения. Это случаи, когда нет вот таких параллельных исследований, но есть исследования, на которые можно опираться и осуществлять моделирование или косвенные оценки. Это также я не буду много говорить о ключевой модели ОТЗ. Я сейчас просто хочу показать, что существуют важные аспекты вне клинических, как стоимость, организационные аспекты, социальные аспекты. То есть вся модель ОТЗ, она включает эти аспекты. И большая часть работы осуществляется на уровне оценки относительной эффективности. Здесь рассматриваются ключевые модели использования технологий, технические характеристики безопасности, клиническая эффективность находится в центре внимания. И следующий момент – это использование, что использовано во многих странах более-менее систематически и необходимо через анализ стоимостной эффективности, а это оценка затрат и экономики. Организационные и социальные аспекты, они скорее рассматриваются на уровне комитетов в оценочной фазе, они базируются на системном подходе. К сожалению, ЮНЕТ не очень удачно работала в сфере совместных оценок.
Но есть такие препараты против рака, которые над которыми была проведена работа. И здесь мы видим AML. Когда мы переходим в эту сферу, здесь следует напомнить о диагностике инвитро, так называемой омики. Это очень важный аспект, прогностический момент. И я бы, конечно, тут много мог сказать, но что мы здесь видим? Для оценки препарата со стороны FDA, оценка часто увязывает препарат с каким-то с конкретной диагностикой. И здесь мы смотрим, что в Европе это связано с количеством анализов, который соответствует определенным критериям, то есть больница. И страна может сама выбирать количественный анализ. То есть со всеми этими анализами, которые поступают, есть необходимость оценить качество. Вот этой теме посвящена статья. Диагностика крайне важна с точки зрения решений. Один момент, который очень хорошо развивался на уровне отдельных институтов, это научные консультации, предоставление консультаций компаниям, которые от фазы 2 к фазе 3 переходят. Это консультация по поводу того, какие исходы, какие дизайны они предпочтут, чтобы компания рассмотрела. То есть, естественно, принятие решений связано с рисками. За последние 5 лет были разработаны такие совместные советы на уровне ЮНЕТ и EMA. Это механизм, который, как я полагаю, имеет перспективы, поскольку он помогает ОТЗ собирать данные, которые будут полезны для совершения оценки. 5 лет назад так много фокусировались на поддержании рынка, которое предоставляет эффективность, но основной барьер сегодня — это добиться результатов, которые будут способствовать лечению. Очень важна кооперация всех участников, и важна также оценка при госпитале. То есть шаг вперед будет использование госпитальной ОТЗ, чтобы получать информацию, которую получают и могут использовать представители больниц. И такой опыт был у нас, и он был принят очень положительно со всеми сторонами. Также важно международное сотрудничество, то, что должно продолжаться. Мы должны следовать примерам. И мы видим, что основное делается совместно. И когда мы наши данные предоставляем на международной арене, мы видим, что контекст сильно отличается, и интерпретация отличается, и, тем не менее, очень важна совместная работа на этом уровне.